Всех приветствую на нашем канале. Напоминаю, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой и выгодной для вас цене. Сегодня к нам приехал Ravon R2 с двигателем 1.2 с пробегом 24 тысячи километров 2017 года. Автомобиль после ДТП получил повреждение по передней части. Автомобиль у нас в родном окрасе, все его целые кузовные элементы по повреждениям. Двигатель у нас смещен, подушки двигателя все порвались. После дефектовки будет известно, в каком состоянии находится двигатель, также трансмиссия. Так автомобиль выглядит. Ручки дверей у нас все работают исправно. По акту проверки автомобиля мы имеем такие данные. Дверь до конца открыть не могу, так как крылом зажата. У автомобиля у нас имеются рейлинги на крыше. Также задняя дверь открывается. Сзади у нас электрические стеклоподъемники. Чистый салон текстильный. Двери все без коррозии, в отличном состоянии. Также у нас отличная зимняя резина на автомобиле Yokohama. Тоже будет в продаже. Багажное отделение. Задняя часть автомобиля не пострадала. Бампер тоже целый. Автомобиль оборудован протрониками у нас. Ручки дверей тоже открываются. Перенесемся с вами в салон. По салону автомобиль у нас в хорошей комплектации. 4 электростеклоподъемника. Все 4 работают отлично. Центральный замок также работает отлично. У нас имеется мультируль. Возможности нет руль ровно сделать, не поворачивается. Магнитола у нас работает отлично. Также кнопки на мультируле работают. Прибавляется, убавляется все. Кнопка аварийной сигнализации работает исправно. Отопитель работает. Положения все переключаются. Кондиционер возможности нет проверить. После дефектовки известно будет его состояние. Также имеется 2 обогрева сидений, как водительского, так и пассажирского. Стояночный тормоз натягивается. Машина у нас на автомате. Также имеется регулировка зеркал. Левая. Во всех положениях работает. Правая. Также во всех положениях работает исправно. Также хочется напомнить, что мы не только продаем запчасти, а также у нас имеются в продаже как аккумуляторы, так и резина летняя, зимняя, всесезонная.